Я стараюсь как могу, ребят, честное слово. Очень тяжело против всех. Еще и зацепился. Блядь, как дебилы, не могу, нахуй. Ну, честное слово, блядь. Разработчики с крысой. Во, со всех стволов, и нуриканами сверху, и зевсами, и афидами, и арканами. В общем, его парня слили мы нахер. Ура, еще одна классная, веселая победа. Жесточайший бой был. Сколько трупаков тут повалили противника? 900 тысяч дамага, ну отлично. 764 тысячи премиума. Блин. Сейчас была маленькая манипуляция со щитом. Но, к сожалению, тулумбас меня убивает. И вообще, наверное, блин, звук надо сделать минимально. Вы, наверное, меня плохо слышите. Беда бедовая, маяк я забрать не успел. Но будем двигаться вперед. Но чувствую, с моими напарниками мы проиграем. Да. Сейчас-то, в принципе, бой закончится, можно и быть. Короче, тупая. Не, с домашка нужна. Вот, смотрите, крыса такая. Что, крыса? Проблемки. Лошара. У крыс-то проблемы. Сейчас встанем на мост и будем ждать, кто же у нас тут воскреснет. Никого. Все, победа чистая. Молодцы, прям поздравляем друг друга. Фейерверками. Вот такой был первый бой. Интересный. Всем привет, с вами братуха. 11 часов вечера. И, да ёпта, 14 июня. Ой, 11 часов утра. О, мать его. В общем, решил погонять в рандоме. Рандомчик. Пару боёв сгонять. Голоса у меня нет. Болею, кашляю. Составчик тот же. Что, к сожалению, игра не позволяет составы менять. Но составчик тот же. Так, мы прикинем хер к носу и возьмем фуру. Фуру-фуру мы прикинем. Так, и налево пойдем. Крыса. Рекрек. Клески. В общем, ни одного русского, походу, нет. А не, вот крутой парень есть. Так, а мы тихонечко шуруем. Идем-идем. Тихонько-потихоньку. Карта Спрингфилд. Я уже играю с июня 2016 года, и уже карта стала подзапоминать чуть-чуть. Ну, блин, так промахиваюсь. Жестко, палец такой вот. Ой. Как-то что-то где-то наносим домашку. Вот видели, да? Прошел дамаг, в робота попал я, который был в автоприцеле. Продолжаем накидывать. Ну что-то вообще жутко промахиваемся. А там вот у нас щитоносец идет. Я думаю, надо слить этого щитоносца нафиг. Парнишку. Ой, вот так. Ну как весело. А вот это что-то дальнобойщик. Чувствую себя, парнишке будет больно. Так, а я тут от трибушетов получаю. Беда. В кого бы шандара? Это у нас толстый левый идет. Левый медлительный. Там 606, но добью. А, блядь, придется этого добивать. Так, добили. Там бы помочь бы. Вот сейчас встанем. Вроде и поможем. Ну, помогли как могли. Тоже верно. О, это кто у нас там? Еще один толстенький идет. Идет он, наверное, по мою-то душу, нет? По мою душу идет. Но мне залпа не хватит. Ёкарный баба. О, слава яйцам, помогли. Маяк он не забрал, лошара. Ай, бедняжка, вообще жесть. О, посливали. Извиняйте, могу кашлять. Так, это у нас паучок. Да мне, в принципе, это не жалко робота. Ну, отойти могу.
О, встал, Амир и танк. Из Ирана, Тегерана. Да, в принципе, не важно, парень, откуда ты. Слили. Давайте возьмем грифа и пойдем Амирана Тарана сольем. Прыжок. Не очень-то я и дамажу, но может где-то на фуре я просто где-то помогал. Помогал вовремя слить парней. Вот, ну, противника слить. Ну, как видите, мы сейчас опять что-то проседаем. Мне главное, чтобы Амиран сделал прыжок. А может он, в принципе, прыжок-то и не делает. Ай-яй-яй. Умер парень. Умер парень. Ну, а мы шуруем дальше. Шуруем за маячком. Можете сказать, что рандом у братухи, он просто рандом. Ну да, здесь бои, но бои у меня не отборные. Бои у меня в прямом эфире озвучиваются, то есть я снимаю бой. И в этот же момент я веду с вами монолог, я объясняю свои действия. Все вопросы и все остальное можем обсудить на стримах. Вот, стримы можно проводить не только по каким-то там интересным событиям, но еще и по всяким просто рандомным боям. Вот, например, последний стрим у меня был с WhatsApp. Вот. Сейчас парни тут воюют, в общем, трое на двое. Там Карнач на три бучетах. Нет, на Тиндерах. На Тиндерах. А это у нас толстый Лео. Мне бы этого Лео бы влигло в него. Сейчас-то, в принципе, бой закончится, можно и быть. Крыша тупая. Мне же дома что нужно. Вот, смотрите, крыша такая. Что, крыса? Проблемки? Лошара. У крыс-то проблемы. Сейчас встанем на мост и будем ждать, кто же у нас воскреснет. Никого. Все, победа чистая. Молодцы, прям поздравляем друг друга. Фейерверками. Вот такой был первый бой. Интересный. Я бы сказал, он мне понравился. Был бой интересный. Ой, домашки много дали. Собрал 820 домашки. Вы, правда... О, что-то тут, короче, прем, ребята, у меня прем. 555 тысяч мне дали. Интересно, за что? Сегодня как бы среда, осталось 2 часа. Так, там, короче, я разберусь в чате, что-то происходит. Короче, у меня есть 2 часа, мне дали 500 000. На самом деле, еще без прима дали 316, что интересно. Вот так мы, значит, с вами повоевали. Вот так вот, много дали. 500 000, я считаю, это хорошо. За бой, 2 боя 1 000 000. Пойдемте дальше поиграем. Ну, я сейчас отклонил от подписчика, от моего зрителя, от друга по Фейсбуку, отклонил приглашение, потому что сейчас у меня идет мой рандомчик, рандомчик 41. Вот, у меня что-то вот как бы рубрики, они создаются, ну, и забываются, так как я работаю один, вот. И, к сожалению, нет у меня команды, была бы команда, видеороликов было бы много, рубрики бы велись, в общем, полноценный был бы канал, там по 5-6 видео в день, в общем, смотреть, не пересмотреть, у каждого, у каждой рубрики были бы свои фанаты. Но, к сожалению, у меня один канал, вернее, один работник работает на канале, это братуха, вот, с оплатой в $30 за рекламу в месяц. Вот, можно так сказать. Ну и все делает, опять же, на телефоне. Вот, на компьютер скидываемся, пока не скидываемся, вот, фанаты из игры уходят и донат останавливается на месте. Я вот пытаюсь добраться сейчас первым делом до маяка, а вторым делом до фуры. Но до нее я не дойду, вообще-то Наташа. Но я захватил маячок, и там Галахат отвлекся на этот маячок. Сейчас была маленькая манипуляция со щитом, но, к сожалению, Тулумбас меня убивает. И вообще, наверное, блин, звук надо сделать минимально, вы, наверное, меня плохо слышите. Беда бедовая, маяк я забрать не успел. Но будем двигаться вперед. Ну, чувствую, с моими напарниками мы проиграем. Да. Вот, к сожалению. Вот, приходится играть одному. Помощников вообще нет. Вроде дальнобойщики есть, а? А толку с этих дальнобойщиков?
Не успел я убраться на центр. Давайте тяжеленького робота возьмем. Сейчас на правом фланге надо... Ой-ой-ой, на зевсах фуры. Крутые перцы. Ничего не поделаешь, блин, сейчас еще маяк будут отжимать. Есть, маячок отжали. Сейчас второй Рина идет. Максимум надо мне сейчас выдерживать. Пока Лева в бою. О, нет, все, надо помогать Леву. Так, есть. Еще один есть. Так, и центральный маяк. Давай, Лева, пошли. Хоть бы кто помог бы, ну ебаный пылесос. Я стараюсь как могу, ребят, честное слово. Очень тяжело против всех. Еще и зацепился. Блядь, сколько дебил, не могу нахуй. Ну, честное слово, блядь. Разработчики с крысой. Чего с крысой не так-то? Ну, ребята. Давай, дробаш. Хоть наполовинку его сливай. Ну, что там с крысой у нас? Фуру надо брать. Крысу убрали, слава богу. Лео, сколько хп? Ну ёпта, ну доберите, Лео. Ну вот, давайте. Да похуй, братуха, доберите его, чтоб маяк не брал. А, ну слава богу, ну. Ну, сразу двоих убил, братуха. А, шикарно. Давай, Гаррет, беги к этому ящеру, ну. Ай, Гаррет. Съедают братуху. Гаррет, куда ты? Ну давай, Гаррет, беги, отвлекай. Ай! Не пролезть, все, слили нафиг. Остался Патта на афидах, черт. О, слили, наконец-то. А нет, он сам уничтожился. Берет робота. Другого рогатку вроде взял, это печально. Халк из клана Гиро шкварит. Молодец, давай, зашкваривай эту паука, да? О, я этому половину снес. А, ушел, Гриф, это гриф был. Давай, ребят, о, молодец. И, братуха. Отлично. Хорошо, остался один. Два. Черт, что делать, спрятаться надо. Маяки пока наши. Эта рыбка сама к нам идет. Есть. Так, ну и остался один парень. На плазме. Рино. Да, Рино на плазме. Ну, пойду обходить его. Нет. Ха-ха, маячок я опять захватываю. Маячок я захватил. О, со всех стволов, и нуриканами сверху, и зевсами, и афидами, и арканами. В общем, его парня слили мы нахер. Ура, еще одна классная, веселая победа. Жесточайший бой был. Сколько трупаков тут повалили противника. О, здорово, здорово. Фу, даже не знаю, сейчас 900 тысяч дамага, ну отлично, 764 тысячи премиума, блин, разработчики, если бы вы мне дали бы премиум пожизненно, я бы этот премиум рекламировал бы на своих видосах. Откуда столько? Это, наверное, тест-сервера, может, сутки дали или что, или праздник, я не знаю. Или, может, какие-то технические работы были. В общем, дали премиум, продлить премиум. С премиумом-то приятно играть, ребят, реально приятно играть. Вот. У нас и голды, и сколько там человек убитых было, и выполнили задание. Вот, ну и давайте третий бой сыграем. Скоро у меня будет 12 тысяч голды. В общем, копится голда, голда копится, и готов еще один ивент крутить бабосы. Вот, возьмем грифона. Грифон у нас качается сейчас, пушки прокачаны до 12-го, а грифон качается сам до 12-го. То есть, пушки уже топовые, а грифон еще только в процессе. Ну, будем надеяться, что он прокачается без всяких проблем, без задержек. Вот, и никаких штрафных санкций на него не придется накладывать. Прокачается хорошо, я так считаю. Вот, за звук, извините, лучше, конечно, без звука играть, я так понимаю. Ну вот, крыса, епически, еще и на фидах. Нет, на плазме какой-то. Ой. Что-то не хочу я с ней дело иметь. Что-то в меня там пошарахали, блин. Там паук застрял. У
меня что, половину съела крыса, что ли? Паук прикольно такой спустился. Есть инвалиды тут, которых добить можно. Странно, парень как-то даже не впитывает нифига. А мне что-то прям раздает. Мне нужен прыжок. О, тут еще кто-то, что ли? Наглый такой типок. Вообще прям без имени парень. Что-то мне, походу, плазму вставили. Ванус подожгли мне тычку за тычку. Ай, бедняжки мои. Клан ГРУ против нас играет. Люцифер, блин, прыгает он в прицеле сейчас. Люцифер. 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 Так, мы тут с Риной, походу, такие идем на правый фланг, я так понимаю. Хотя я бы вот по центру сходил бы. Тут есть один писюк, которого можно посливать. И заодно маячок отжать. О, да, маячок можно отжать. Так, маячок мы отжали, можно еще один маячок отжать. Там, не знаю, из клана ГРУ кто придет сейчас. Мы его встретим на опережение. И будем прятаться теперь. Ё-моё! Прям жесть, как попали. Ну, давайте, пока мы живые. Хоть маленько раздавать. Да, что-то мы вошли. Вошли как-то непонятно, несуразно. В центр врагов прям. Вот. Ну, наши парни что-то нифига не торопятся тут отжимать, прижимать, маяки забирать. Этому парнишке, что ли, помочь? Ну, иди за маяком-то, парень. Ну, не вдупляй, что ли? Ну, а я сейчас этого лево солью. Вот что за маячком там идет? Ой, нахуй я его трогал. Пускай себе идет, я за маяком. Вот тронул я его, блядь, дурак. И за еще одним маяком. Надо выигрывать. Что, мне ноги поломали? О, сука. О, он, короче, на центре отвлекся. А мы его сейчас... И давай опять за маячком. Блядь, только... Побегушки туда-сюда за маяками бегать, ну. Таранчик надо перекадешить. Что такое? Центр не наш уже. О! Это Наташка мощная. Не знаю, хлопцы, у меня тут два маяка есть. Блин, завалили. Да что ж такое-то? Вот это бой, это бой. Прям, ну, не дали победить, не дали, вот союзники прям абсолютно не дали победить. Ну, давайте ему щит-то ломайте и все, и сливайте его нафиг. Так, это что у нас за толстый тут? Все, поражение. Да, блин! Офигеть! Да вот жопа! Да, блин, проигрыш. Тащи, не тащи. А за что 2 часа-то дали, ой? Даже не 2, мы знаете, сколько там, не знаю, 3 часа, что ли? Ну, дали, ну, спасибо. Что я хочу сказать? 210 миллионов. Нормально. В общем, с вами был Братуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, там что-нибудь. Вопросы, ответы. Ну вот. Всем пока!